наши ребят байкеры. Проспект Ленина. Ну вот, ребят, смотрите. Лев Толстой, 9 мая. Фонтанчик. Ну и часики. Ну и дети плачут, как всегда. Вот, ребята, это наша пушка. Гаубица, не знаю, как называется. Ну, красота. А это, кстати, ребят, велосипедная дорожечка. Представляете, сделали. Вот. Тульский государственный университет. Ну и мы помним. А здесь вот фотографии участника Великой Отечественной войны. Видите, горит красным. Вечером вообще красиво смотрится. Врагу не отдадим. 43 дня продолжалась оборона Тульской области. Вот так вот. А это святая святых наш, Тульский государственный университет. Вот такая красивая здесь аллея. Слушайте, велосипедная дорожка, я даже не знал. Вот так вот. жизней унесла Великая Отечественная война. Помним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, для нас смерть стоял под Москвой и Сталинградом. Вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальду, Дахау. На телефон. Алексей Геннадьевич. А, нет. Нет, это еще не Дюмин. Это не Дюмин. Машины красивые. Вот наши ветераны идут. Алексей Геннадьевич.
Да, точность. Светом благодарны вам, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена ваши. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 452 000 жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и проотечественный. Насмерть стоял под Москвой и Сталинградом. Вез хлеб в блокадный Ленинград. Горел танк под Прохоровым. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких, принес свободу узникам Освенцим, Бухенвальду, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы, полчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Thank you.
чуть-чуть немножко на хруща пожалуйста смотреть. Обратно. Русья. Обратно. Все, что дали мне, возьмите себе. Вива, победа. Победа всегда за нами. Смотрели, скрутили. Все? Ребят, готовы? Готовы. Ребят, секундомерчик, пользуйся. Вот, ребят, День Победы. Москва, Ленинград, Сталинград, Минск. Да, ребят, Киев, конечно, еще не наш. Вот так вот. Скоро будет наш. Одесса. Севастополь. Тула. Рыжим словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила, а другой был черным, черным у нее, черным будто обгоревшие смолье. Хохотала над расспросами она, говорила, что прошла черна. Прокричали три продукторы беду. Оба сына, оба двое сурой судьбы. Поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым. Рыжий бешеный огонь да черный дым. Дома и все чудилось ему. Постучится сын,
ее с войны. Вот 9 мая, ребят, 2024 года. Вечная погода тут.